Мы стояли в гордом одиночестве, как вдруг холодок ударил нам в спину, и солнце проявилось из-за макушек деревьев. Я уже валился с ног от дров и не собиралась прекращать тренировку. «Если хотите жить, боритесь», — сказала она. В этот момент я ощутил что-то холодное и острое у своей шеи. «Двинешься, и ты труп». Я был полностью ошарашен. Неужто он нашел нас и решил застать врасплох? «Но даже если я тебя убью, ты все равно магическим образом встанешь на ноги. Так что я не буду тратить время». Вдруг он засмеялся настолько громко, что я немного пришел в себя и увидел лис, обернувшуюся в мою сторону. «Боже, Рейвен!» И тут кинжал был убран от моего горла, и передо мной возникло знакомое лицо. «О боже, ты меня до смерти напугал, как ты?» – вымолвил я Рейвену и обнял его. «Я прекрасно, зато ты, я смотрю, слегка не в своей тарелке». С приходом Рейвена тренировка значительно ускорилась. Каждый практиковался со своим личным оружием. Джон с копьем, Джек с топором. Мы же с Лиз устроили спарринг на мечах, но я был сосредоточен лишь на грядущей охоте. «Нет, только не ты!» Я нашел себя отчаянно испуганным и бегущим по лесу от кого-то. «Лиз, Джек, где вы? Кто-нибудь, помогите мне, он пришел за нами!» Все было так быстро и размыто, что я не мог как следует разглядеть моего преследователя. Но я не останавливался. Бежал, что есть силы, оставляя за собой кровавые листья на земле. Но он был быстрее и проворнее, и я ощущал его присутствие все ближе и ближе. «Оставь меня!» Я закричал в панике, теряя силы и надежды на спасение. И вдруг я услышал пронзительный и грубый голос. «Ты можешь бежать, но тебе не скрыться. А вскоре и бежать будет бессмысленно». Я спрятался за деревом, но мое очищенное дыхание, бьющееся как сумасшедший молоток сердца, выдавали меня. Я уже был готов сдаться и упасть на землю, но в то же время я понимал, что нужно продолжать бороться и попробовать найти оружие. Но ничего не было поблизости, кроме уже знакомого воздуха вокруг меня, пропитанного кровью и смертью. Все кончено. На этот раз мне не спастись. Я больше не увижу ни свою семью, ни друзей. Я могу лишь закрыть глаза и ждать своего конца. Я почувствовал уже знакомое мне дыхание передо мной. Через мгновение его лезвие пронзило меня, воткнувшись в стоящее за мной дерево. Тут я открыл глаза и через мгновение обнаружил себя в палатке, сильно прижатой рукой к моему животу. «Все в порядке, Стив?» – спросила Лиз со страхом в глазах. Я убрал руку с живота и обнаружил, что никакой раны нет. «Что? Я... Боже мой, мне приснился кошмар!» Вымолвил я после глубокого вздоха. «Ты кричал настолько сильно, что я услышала еще со стороны ручья и решила, что на тебя напали». Я не мог сконцентрироваться на ее голосе. То, что я пережил во сне, казалось мне настолько реальным, что я до сих пор ощущал боль от лезвия, пронзающего меня насквозь. «Попробуй поспать. Завтра нас многое ждет», — сказала Лиз, держав меня за руку. И я уснул. Боже мой, что я наделал? Что будет дальше? Кто я теперь? Нет, соберись, впереди нас многое ждет, а я просто крип. Не забудьте ставить лайки и подписываться, тогда серии будут выходить еще чаще.
Также подпишитесь ВКонтакте по ссылке, просто отправив сообщение Finargot или Dota 2VO. Помимо этого, в ближайшее время мы планируем стримы по разработке нашего сериала, а также выкладывать видеоролики с тем, как мы создавали предыдущие серии. Всем спасибо и пока!